Зрозуміло. Мирослава, будь ласка, враження від поєдинку. Хороша була гра, в принципі, напружена. Напевно, для глядачів цікава. Для нас не вдалий результат, але для Говерли добре. Я їх вітаю, вони попали в плей-офф. Значить, я їх вітаю з хорошим результатом. За рахунок чого Говерла сьогодні переграла? За рахунок чого? Ну, я думаю, перш за все, за рахунок наших помилок. Скажімо так, що дуже було таких помилок, може, в деяких моментах навіть невимушених, таких, які не читали, що вони мусять бути. То, скажімо, не плюс захисту Говерли, а не наша концентрація була погана. Якщо можливо, короткий резюме сезону, в словах ти задоволений? Резюме короткий, сезон невдалий, результату нема. Все. Дякую. Эй, вы можно свободно? Ой, вопрос на персону. Можно? Можно? Даже слово нашего гостя, главный тренер Галичини, Жалько Лукаевич. Пожалуйста, поделитесь. Я хочу прво да честитам и да пожелим сречу Говерли, и е заслужено в плей-офф. First, I want to congratulate Govella on playoff. Mi smo imali svoje sportske motive. We have our sport motives. We have our sport motives. Була мотивація сьогодні. Ні, ми мали своє спортивне мотиви. Да побідемо, да пробуємо, да будемо 13. To win the game, to be 13 after this game. Хотіли гості сьогодні перемогти, щоб піднятися все-таки у турнірній таблиці. Мислим, да смо іграли одну добру утакмицу. I think we play one good game. Була непогана гра. Mislim da smo imali dosta koncentracije tokom utakmice, ali na kraju smo pali. I think we have a lot of concentration during the game, but we fall down on at the end. Гравці ніби були сконцентровані, але ця концентрація вона їй не вистачило в кінці до кінця поєдинку. Саме в кінці поєдинку було недостатньо концентрації. І то се могло видіти у великому брою скокова у нападу екіпи Говерли. And can see on big numbers of offensive rebound in the team of Говерли. І також за рахунок того перемогли Говерли, вважає тренер, тому що було досить багато підборів на чужому щиті у нападі. Імали смо много проблема, откако сам я дошов, і з повредами, і со свим. He said, since I came, we have a lot of problems with injuries in the team. Також напередодні матчу були проблеми з травмами у гравців. Я мислим, да є сада нама перший задаток, да напрямо аналізу і да розміщимо следующий сезон. And first assignment for us is to make analyze and think about next season. І тепер політехніки єдине завдання – це проаналізувати те, що вони мають на сьогоднішній день, і почати підготовку до наступного сезону. Йош, я раз багато удачі Говерли у плей-офф. Бажаю Говерли успіхів у плей-офф. Дякую. Привітати Ярославу Лемакишу, Марко Павлович. Про матч, враження і... Дякую першим вболівальникам, що прийшли нас підтримати. Дуже важлива перемога, тому що у разі поразки ми могли б не впасти в плей-офф. Розбирали команду, комбінації. В принципі, дещо вдалося, дещо ні. В захисті більш-менш нормально зіграли. Справилися більш-менш з високими, скажімо так. І зараз ми впали, здається, на шосте місце на Азумашта. Вийшло на шосте, так що це для нас, я рахую, гарний варіант. Питання. Ярослав, один підбір за гру.
Так буває, інколи так буває. Ви зрозумієте, дуже тяжко, ви з високими штовхаєтесь, боретеся, інколи ви відсікаєте лицем, не бачите м'яча, і десь маленький підбере м'яч замість тебе. Ну, розкажи про боротьбу з Укусаровичем. Ну, я з ними так багато захищався, але у нас, в принципі, була серія підстраховок, на яких інколи виходив, і вона працює. Євгеній Вікторович дав пару інтересних схем в захисті, вони зараз останні ігри у нас працюють. Будемо надіятися, що воно буде продовжувати далі працювати. У першій половині гри був акцент на дальній атаки, тому що говорили, використовували. Вони стали зоною 2-3 більше, вони зробили акцент політехніка, на, щоб не забувалися під кільця. І у нас виходили дальні гравці, деякі свобідні, які дали дальні кітки. Чи під час перерви ви були в курсі результатів інших матчів? Так, ми слідкували. І тренер нас настраював, дав нам гарний стимул. І я думаю, він вийшовся. Дякую. Дякую. Слово головного тренера Остапа Клопа Варла. Почали знову. Сам перед Павлова, потім питання. Ну, я думаю, вы прекрасно знали значимость этой победы или проигрыша. Вы видите, какой у нас чемпионат в этом сезоне. И, конечно, давненько такое не было напряжения до последней игры в чемпионате. Цена победы – 3 места. Вот. Очень интересный чемпионат. Я давно его не помню, чтобы такое было. Может быть, в советские времена еще когда-то были такие закрутки, когда... Вот. Благодарен игрокам, верил в них и показали сегодня хорошую игру. Вот. Была напряженная, нервная игра, все прекрасно понимали, и было что терять Львову. Поэтому нельзя сказать, что они не играли, очень сегодня показали неплохой баскетбол. Были пару моментов, когда они отрывались на 6-7 очков, была тяжелая ситуация, но сумели защитой справиться, перестроились. Сегодня команда сыграла коллективно. Были и лидеры, и были помощники, которые выполняли грязную работу. Вот. Победа есть победа. Ну, нет, ну чтобы. Это выездную пресс-конференцию мне напоминает. Там один вопрос. Два слова сказал, все, да, чтобы Ивано-Франковски молчали. Я такого еще не помню. 32 очковых за игру это. Не, вы знаете, когда я глянул после первой половины, было 20. Я так говорю, ничего себе. Ну, тактика Львова была построена именно на закрытие из-под кольца. Прекрасно они знают, что очень много игры построено на игру из-под кольца. Это и у нас практически все игроки могут играть разнопланово, как в позиции нападающих, так и в позиции, грубо говоря, центровых на внизу. Вот, они видели очень много наших игр, присутствовали даже на наших играх. Их хорошо разобрали и позволяли нам делать свободные броски. Поэтому не могли же мы все время мазать. Попали. Лемик и Колмен на позиции разыгрывающих, зокрема, у Лемика больше передач, ніж відбирань, чем за... Ну, опять отступали от игроков, извините, да. Подступали от игроков. Вот. Поэтому Колман всегда славился тем, что он раздает хорошие передачи. Ну, вот, ну, я бы отметил, я же говорю, сегодня вроде бы незаметную работу капитана команды, который 7 результативных передач, хорошая защита. Ну, вот. Не, сегодня была команда, и сегодня, я думаю, мы заслужили этот выигрыш. И Ивано-Франковск тоже. Ну, с победой всех, да. Ну, вот сейчас звонок был, да, звонит директор Азовмаша, да. Я на полном серьезе говорю, спортивный директор звонит, да. Не, я вам объясню, посмотрите игровое время, которое провел на площадке Мейс. Посмотрите игровое время, которое провел на площадке Харрис. 40 минут, если не ошибаюсь, без замен. Вот эта тема и объясняется, потому что выходят игроки, они 40 минут, мы прессинговали, меняли, у нас два первых номера на этой позиции, они постоянно прессинговали Мейса, не давали ему вздохнуть, был всплеск 14 очков в третьей четверти, когда он
показал, какой он хороший игрок и как он может хорошо играть. И вот на последнюю четверть 22-12, вот это всем и объясняется. Мы более использовали состав, более сохранили игроков свежесть. Там, может быть, Тикс перебегал, может быть, из всех игроков так. Но сегодня его день был и в защите, и в нападении, поэтому... Серце ёкнуло, коли Колмана был пятый фол? Нет, нет. Нет. Раньше бы ёкнуло. В этом сезоне у меня уже не ёкает. Если вы видели, мы даже не стали начинать, начали без него. Я очень боялся этих быстрых фолов. Ну и что, выпустили его 2 минуты, 1.5 минуты на площадке, 2 фола. Вот. Поэтому всех с победой. Поздравляю.